Всем привет, с вами Пенни Пресс. Сегодня у нас понедельник, а это значит, что самое время объявить новый воскресный розыгрыш. На этой неделе в воскресном розыгрыше принимает участие вот эти вот три лота. Это MP9, смертельный яд, USPS, неисправность и вот этот вот потрясающий P90 модуль. А что нужно сделать, чтобы стать победителем и получить этот приз? Нужно быть подписчиком этого канала, поставить лайк этому видео и написать комментарий минимум из 5 слов. 5 слов. Минимум, ребята, минимум 5 слов написать комментарий. И да, главное, чтобы профиль у вас был открыт, иначе тогда приза вам не видать. Ну а чё, мы погнали тогда сегодня крутить кейсики, а сегодня ничего нового. Сегодня будет изи дроп. И всю следующую неделю, то есть не следующую, всю эту неделю у нас будет изи дроп. Правда, ребята, прежде чем я начну здесь крутить, я хочу сказать одну неприятную вещь, новость. Не знаю, как это вам, но мне это вчера было прям как ножом по руке. Вот, вчера, короче, я же тот стримчик смотрел, вы помните, что я не смог крутануть первый фрикейс, потому что у меня там период открытия для него был недоступен. Я это все сделал уже вне видоса. И да, вот этот вот Bloodsport MP7 выпал именно с первого фрикейса. Больше ниоткуда он не мог выпасть. Он выпал мне с первого фрикейса. Я его, конечно же, вывел. Он прямо с завода. Он статтрековский. Поэтому, а что плохого в этом? То, что мой долг изи дроп увеличился еще на 1500. Теперь я должен ему 21 500 рублей. Вот. И поэтому с этим долгом сегодня мы и будем крутить. Ну, а чтобы было как-то повеселее, врубим музончик. Музончик-кайфончик врубим. Тактика какая? Тактика никакой. Тактика галактика какая? Да никакая. Никакой абсолютно тактики. Типа через 51 минуту я только смогу тебя открыть. Чтобы нам тут крутануть, да? Бабла столько. Ну, не будем изменять традициям. Промокодики багованные работать перестали. Поэтому у меня на балансе такая сумма. Крутим разок, а на остальное мутим. Ну, базара нет. Янтарный градиент за 70 рублей. Что тут еще может, блядь, выпасть отсюда? 70 рублей? Ну, что-то... Постоянно вы падаете, постоянно. Так, давай мы сейчас, знаешь, что зайдем? Вот сюда. О, а я тебя так и не это, что ли, не вывел вчера. Я его вчера не вывел, тогда я его вот так сделаю, а вот эту вот балду я нахуй продам. И ширпа-кейс. Да, ширпа-кейс. Ширпа-кейс. Вы можете сказать, да ты задолбал уже ширпа-кейсами, когда ты будешь депать миллионы и крутить дорогие кейсы. Сука, когда у меня будут миллионы, тогда я и буду их депать и крутить. Поэтому не надо задавать мне таких вопросов. Вот и все. Тут, вот, все, ёб твою мать, вот. Должен 21 тысячу. Я должен сайту 21 500. Вот. Все, вот что выдает теперь ширпакейс. Вот что выдает ширпакейс с такими этими. Серая. Он даже вот, он даже вот это не выдает. Все. Ну ничего страшного, ничего, че. Ну, блять, он. Всю неделю я буду записывать ролики сейчас, да. Вот. Решил я все-таки позаписывать, но. Кимоно цвета мяты. Ого. Ну ладно. Музыка такая. Стопудово за нее прилетит нарушение авторских прав. Ну, она мне нравится. Она такая ритмичная там, да. Но не включать же там снова прошины на машины. Да. А вот синяя поперла. Поперла синька. Не, ну смотри, как бы вчера ширп, он как бы выше 40 не давал на стриме. А сегодня как бы что-то выше дает. Может еще что-то и раздуплит, я черт его знает. Посмотрим, конечно, ну. Все, что подороже будет,
просто ракета. Будем оставлять, ну, та же самая мутка, как и всегда. На стриме будем. Так, это мы тоже оставим. То есть надо просто навытаскивать скинчиков, чтобы это... чтобы было, что нам потом на стриме. Из чего там... О, два будет. Слушай, ну тут это сотоньку должен стоить. Сотоньку, ровно. Ровно сотонька. Ровно сотонька. Лепесток летит на своего пути. Мне уже сбылись. Найти. Чё? Чё? Гроза на 5 сотен, блядь! Сначала девочку, а после пацана. Лети-лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, что я люблю. Лети-лети. Сигал! Да, блядь! Да! Пацаны, вы сейчас охуеете там. Я тут охуеваю. Блядь, а у меня брат ушел, интересно, или нет? Ну, тапочек в ебло не летит, наверное, нету дома. Я сейчас, подождите, маленько нахуй отойду, блядь. 250 рублей я депал. 200, ёпта. Так, давай, знаешь, что мы сделаем? Что мы сделаем? Что мы сделаем? Фу, блядь. Сколько ролик у нас? 7 минут. Ничего мы не сделаем. Все. Ничего мы не будем делать. Все. На этом все, пацаны. Вот такая вот. Вот такая вот. Вот такая вот ролик. Вот такая вот ролик. На такой позитивной ноте сегодняшний ролик мы остановим. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментарии. Всем пока и до новых встреч.